По идее, должны успеть. Холод танков. На второй фазе, если мы, ну, как перейдем на второй фазе, также первая, третья будете пати стоять, РДДшники будете стоять с левой стороны, вторая, четвертая пати будете стоять с правой, хилы тоже там рассоситесь по кругу. Только разбегитесь, не стойте все в одной метке, просто полумесяцем все разбежались. Не в Ебня, не в Долоран нахуй, чтобы вас хилы заставали. Нет, пейте все, будьте все с саппортами, все равно саппорты не перепивайте никто. Мы будем огонь сбрасывать на второй фазе? По босс? Думаю, что нет. Перепил теряк, иначе я запрошу жизнь. Так все оставайтесь. Потом третья фаза. Как тут на 25-ке третьей фазе бегать, я не знаю. Всем статом? Перебафы рейд, ну эти. Да? Да, короче, надо смотреть по ходу дела. А вот они не будут выбегать? Нечаянно выпей саппорт. Отсчет времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение области. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Все там. На нахуй на троих. Ренжи, держите 6 хотя бы. Он мне поездку закинул, да хуя есть.
А чё не хилит никто, нахуй? Ты про что сел? Я прожатый был, нахуй. Ты шокнул, нахуй. Дайте, нахуй, диван. Я под кровью был, я плюс захват руна отдал, короче. А можно ебать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. А можно ебать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. Да нет, 4 секунды просто никто нахуй вообще не хилил, типа, блядь. Нормально. Ну, блять, она кровь вообще-то увеличивает отхил. Падайте. Бог, бой щит. Да, нет. Не знаю, висит. Не висит. Кстати, она выходит, кнопка нет. И босс. Че за хуйня вообще? Ну, баг, забагалась, блядь. Надо выходить, перезапускать. Дайте мне еще диван. Пойду умру, как пес. Пусть он без ботов умрет. Ходи, составься. Но... Все, статично стало. Все, пойдемте. Да вы охуели, что ли, блядь? Нахуй вы сдыхали, там морали только сдохнуть надо было. Ну, подымите теперь, тоните. Алло, Телдрин, алло, нау, мяу, ну, шо, блядь? Да я в курсе, блядь. Ставьте ГП, пожалуйста. Печер, блин, поставьте ГП, пожалуйста. Ну там она кидаться не будет, потому что тушит быстрее, чем он кидается. Ладно. Давайте, ну, смотрите, после того, как мы переведем и два огня сбросим, бегите все в босса. Да я стоял уже долго. Видите, рыба. Нечаянно. Пасочку, пожалуйста, нечаянно. Там нарушил. Ну, жених, блядь, еще не добежал. Самоуничтожение области. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Рен 6, держите.
отличный. Жнёк, блядь. Да, и смех, и грех. Тут тоже шоково умер, Вася, ты что, блядь? Чё босс стоит ещё, блядь? Мы уже пробежали. Сейчас потушит, сейчас, скоро. Ложитесь. Ну, это освоение. Да не-не-не, не дара, ГП, но это же, блядь, как стоит. Код отмены А9-0-5. Можно ебать, это, блядь. Женек, смотри, блядь, ты стоишь просто в танке, ебать. Ебаном нахуй столовки. И с ним, блядь, отбегаешь. Просто с ним. И все. Блядь, не умирай, пожалуйста. Да вы прикалываетесь, он в курсе, нахуй. Да там вокруг везде огня было, тонна. Женек, дай каску, Женек. А ты же паладином будешь. Слил нахуй. Хил. Да вы, блядь, если вы такие тапки, нахуй, вы когда отбегаете от Шокова, блядь, ШВ жмите, блядь, и ваши незыбки, нахуй. Может, мы вас прохилим, блядь. Квинс сдох, потому что там 3-4 чела полутали, блядь, плазму. Плазма, как она называется? Блядь, попал. Я вообще без ХП, о, без ФПСа, нахуй, играю, нету такого, блядь. 15 ФПСа, блядь. Да. Сейчас я убегу. Все, давай. Отсчет времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение области. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Это не три. Все. Один напалм словили, но, блядь, мой бес сдох. Соблюдаем рейндж, парни, блядь, коронавирус. Самоуничтожение области через 9. Пошли рейндж. Сейчас потушат. Вообще, да ладно.
У нас тут, блядь, мины нахуй кинул. Выпрыгиваем мины нахуй. На нахуй. Они чисто в мины нахуй все бежали. Давай, давай. Водите, блядь. Огонь води. Еще один будет, бля, куда вы разбежались? Подбегаем нахуй. Еще пламя будет. 4, 3, 2, 1. Полетели. Сейчас подходите ближе к мили, встаньте. Один огонь нужно под мили скинуть. Я не разобьюсь, вообще попрохило. Мили. Дай мне пухой на подойти. Мили, тут подойди тоже. Мили, все подошли, 5 секунд. Мира, Сокру, все, выбежали. Батя куда кинула, блядь, бомбу, нахуй, пиздец. Сейчас пламя будет. Беги, малышка, беги! А я как нахуй умер, блядь, я стою... Ах, нихуя, мы прям в огне все бегаем. Ну да. Кстати, ну это прохиливается. Ну, обстрел прохиливается, блядь. Слышь, меня обстрел убил, а я был сзади, а какого хера оно? Нет, не тот обстрел, а тот, который, блядь, обычный. Подожди, смотри, прикол, нахуй, я сейчас линкану, это какая-то бредятина, блядь, со спины стоял чисто. Смотри, какая хуйня. Ты слишком быстро в мели встал, я тебя убил обстрелом. Как нахуй? Нельзя вплотную к нему вставать. Немножко, блядь, конечно. Стоял там же, где и все стояли, нахуй. Ты крупный. МБТ-рак? У нас ДПС, да ебе не фигня. У нас, блядь, не отдыхают его. Ну так если у нас не будут вздыхать, то у нас все будет заебись. Меня убили сразу почти. Выбор КД. Блядь. Нахуй ты два раза ебашься. Это где умер? Я видел, где ты умер, ебать. Это вообще пиздец. Вот там, где вот этот диск золотой слева, нахуй, прям в уголке, блин. Поставь. Может, нам два огня тогда скидывать под босса? Почему? Мы прожили три огня на второй фазе. Ты понимаешь, что когда ты скидываешь огонь и разбегаешься от него, во-первых, ты наносишь урон нахуй типа по рейту дополнительно от огня, это раз. Во-вторых, у тебя хилы, когда бегают, не хилят в этот момент. А обстрел ты стреляет, блядь. Ладно, как хотите. Это мы за... Три разбегаются. Можем нечаянно спекнуть, блядь, в Редру, а Ефарину в Элему. Да, бес умирает, я знаю. Сейчас куда ж? Ну и с чем мы делаем? СС, ты что, бал? Я пуку СС дал. Может, эти огурцы поставьте, на всякий случай понадобится. Надо его тратить, надо его учить, нахуй. Понимаешь, мы все равно почему давайте. Тропите, либо.
Даже если мы его не убьем сегодня, мы в next раз придем, уже будет с этим представлениями. Ну, еще три. Нам три фазы его прокатить надо, главное, сегодня. Давай до 15:30. Блять, и друида, три друида. Индер, ПКД сдавайте. Скорее всего, мне, потому что я ебал эту маму. Чайно. Толока вводи. Уничтожение области через 9 минут. Сейчас огонь 5 секунд будет. Мины, 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 аккуратно. Вот в эту сторону. Да. Там квазир стоит, пойдет нормально. Далеко не убегать, я вообще буду еще сбегать, вернусь обратно. Огонь 5 секунд. Подошли. 3, 2, 1, огонь. Истерия есть еще? Да, 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 Андрюх. Блядь, на другую сторону встань. А, могу не сидеть точно. А он как-то тушу, блядь, по-пидорски. Беги, малышка, беги! Из мили выйдите там, блядь, огня пиздец у вас. А нахуй вы в пламя стоите, женёк, блядь, милики, вы чё, ебанутые? Блять, ну хоть команду в огонь сейчас зашарили, сори, блять. Бля, вот эта хуйня, тушилка очень сильно каст режет, на самом деле. Хилить очень сложно. 50%, да. А можно либать, это, блять, не игра, это просто пошли они нахуй. Валер, у нас и так, типа, ну, ты хочешь, чтобы он, типа, в хилат и в ДД или что? В 6 хилов тут не варик. Типа, нормально хилишь. А у тебя урана, блядь, урана есть сервиски? Хороший? Транст, по-моему. Просто ты что-то прям маловато хилишь, не 400 тысяч, блядь, алё. А, он помер. Понял. Сбежаться? СРДД в края, милики в милике.
И, блядь, пусть милики, наверное, бьют все в одном кемпе, чтобы, блядь, они разделили в одной стороне, блядь, и перебежали в другую сторону. Они вот так, типа, блядь, стоят все по кругу, милики, ебать, и по кругу разливают лун. Допустим, встали, допустим, первый огонь, встали все милики, допустим, с левой стороны, ебать, разлили огонь, перебежали на правую, ебать. На правую стоите, бьете, блядь, а он потушил, блядь, на правую разлили, перебежали на левую. Что, вынести? Просто ты тоже учти, когда будет та сторона выбегать в сторону. У нас хилы просто, блядь. У нас будет два хила хилить, блядь, половина райда. А урон нихуевый. Так. Собак, пожалуйста. Подтопись. А, я предлагаю пробовать так же, как и били, просто чуть побольше урона дать. И я предлагаю не это самое, били, типа, лучше не выносить. Ну, во-первых... Нет. То есть, ну, это понял. Первый, типа, пламя, как мы делаем, типа, в мили-зону, когда он, типа, тушит, не выносить. Во-первых, вы сейчас видели, мы, типа, все стали в центре, ебать. Он разлил, типа, он потушил, а только потом разлилось пламя, ебать. И какой смысл, что мы, типа, выносили его? Я вам говорю, типа, не избегаться на первое пламя, ебать, а просто сразу ставь 7, блядь, РНЖ и дать максимальный ДПС, ебать. И рассчитывай на то, что мы его переведем до того, как все сдохнем, как мы его зальем лучше. Просто мы лутаем минус каст, и у нас РНЖ не доможет никто. Ну, по телу просто, знаете, вот как, блядь, больше ничего не так делаем. Вот убивал уже. Отсчет времени до самоуничтожения начал. Самоуничтожение области. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Сейчас на палке разбежались. А что, у вас в одну сторону, что ли, огонь весь кинулся? Нет, просто не успел бежать. Да что, это же можешь чарнуться в череп. Уже ближе к храму смещаемся. Ну веди, не стой. Огонь 5 секунд. Хорошо. Мины. Осторожно, мины. Разуйте глаза. Я сейчас их подкачу ровно. А чё никто не водит, а блядь, офигенно, что ли? Огонь 10.
толкнуть. Просто разбежались. Максимально РНЖС. Да. Давайте, Курт и Огненный Зёв, все поели, блядь. Я не могу ничего найти, я не знаю, где он. Беги, малышка, беги! План. Это все вместе. Так, мы все... После обстрела надо всем опять разбегаться по кругу, ебать. Он просто сейчас всех расстрелял нахуй. По очереди. И нам по-хорошему нам нужно после обстрела уже переводить. Десантер вместе попсорб. Ну нахуй. Ну давай попробуем нечаянно спекнуть. Ефарина пусть Велема будет. Давай. Хоть 6 хило? Пес, это что, что сам говорил, что не хватает. Давайте в 6 силов. Но сейчас вар лежал, мы перевели на все равно, похуй, нормально. Смотрите. По огню, он же идет, получается, за ближайшим. Почему после того, вот, как мы перевели на вторую фазу, когда он огонь раскинул, двоим не остаться возле огня, и один видит по правой стороне, один видит по левой стороне. Перед следующим залпом огня все прибежали к этим людям, которые ведут огонь, скинули огонь и вернулись обратно дамажить. Эти люди дальше по краю ведут огонь. Ну, в самом низу ДПС, я, допустим, и еще кто-нибудь один. На столовку. Нет. Ну или столовку. Одну сторону столовку я веду, другую сторону я веду. И огонь не будет, получается, в рейде, и все будут спокойно стоять дамажить. И не надо будет никому перебегать. Так, а чё, куда, кого веду? Ты на второй фазе огонь водишь в столовку? А, его водить надо, да, все-таки? А ты что, не водишь его? В смысле, я повел, сферу кинули, все нахуй. Чё, нет, дальше надо водить? Води до конца. Мы же в десятке так и делали, типа, нахуй. Это не десятка. Понял, чё, давай, нахуй. Нормально сейчас поводим. А когда обстрел начнется, чё, бля? Бля, ведь есть же... Зелёнку, не зипку, нахуй, кровь вампира, всю хуйню и к вам? Нет. Ебать. Кстати, жесть. Да я понял, Слава, что ты начал, блин? Есть баф. Заводишь меня тут, но. Пина, блядь, падает на танк, блядь. Нихуя нахуй выбить не можем. Ты хотел сказать запа на ДК? Ну, уж и запа на ДК. Давайте траем до полчетвертого, короче, его. И не убиваем обычку, идем, добиваем до ебуса. Да? На еще раз зайдем. Да, да и за полтора часа хватит тебе всех троих убить дальше. Да что меньше выходить. Да я вообще предлагаю, нахуй, вообще ничего не предлагаю, нахуй. А дед, какие 20 минут? До 16. Бля, вообще РТ, блядь, длится 3 часа. 4 часа. Сейчас до 5.
И, блядь, обстрел, обстрел кончился, смотрите, и прям сразу же все побежали нахуй по своим местам, по кругу, чтобы мы не стояли. Нас просто, вот знаете, как расстреляли нахуй, блядь, когда вот расстреливают людей, то же самое он сделал сейчас. И смотри, стойте, и смотри, и после обстрела обязательно жмем массакру. Вот так вот делаем. Да. Почему, кстати, мы реально массакр не сдаем? Сколько у нас Лодомир? Токио нет, да, получается? Тодрин, есть массакр? Бля, пацаны в огне умирают, какая нахуй массакра, алё, блядь. Ну вот когда вот перед обстрелом сдавать, есть, да? Всё, тогда, короче, ты за... Одну после обстрела, а одну, ебать, когда вот начинается пиздец с огнём. Кто кидает лапку? Берите это, позорище. Илья, убери лапу. Ближе к Рамбу уже стоит. Добили, добили. Все на стопаре подобрался, все отлично. Все. Стали, бро. Добились в уголок. Мины, мины. Хуел, там доминировал. Дырофан. Пух, резает. Резает пух уже. Просто. Ну, начал резать уже просто. Вдвоем сдали. Нет, нормально все. Пугзо. Ладно, 5 секунд. Кстати, Иннера, дайте мне пугзо. Ладно, космопали тоже 2 минута. Слока не забудьте стрелять. Да, Андрюха. Очень далеко, ты нас стоит, вот прям, блядь, чуть поближе. Бля, чё так долго? Взрыв, вы шо, ёбнутый, как от мины умираете? Отходи отсюда. А где вы мины, блядь, наши на второй базе? Не от мины, а от ледяного и бомбы умерли. Там в огне бомбы и незаметно было. Они сейчас все попадают нахуй, они в огне стоят, похуй, сейчас он, видишь? Да, сейчас массакр нужно. Да, не просто. Второе от взрыва умерло, ебать. А взрыв от чего? От ледяного или от этого, блядь? Ну нет, шар-то понятно. Не, может от этого, который от ракеты. Смотрите, прям куда убегаете. Женек от пламени умер. Если посмотреть, типа, Женек, пламя ебать. Тиков сколько? Раз, два, три, четыре, пять тиков ебать. Как можно 5 тиков получить? Я не прям. А можно ебать, это, блядь, не игра, это... Плохо. Пошли они нахуй. Если вы, блядь, даже вы бить не можете, ебать, потому что огонь мешает, ну уйдите вы просто, просто не бейте.
Под землю. Вот так, да. А нахуя мы на первой фазе, нахуй, в две стороны огонь разносим, лево и право, нахуй, типа, когда сбегаем? Вот здесь. А там кто-то вот, смотри, по правую сторону унес нахуй огонь вообще аж хуй пойми куда, нахуй, типа. Смотрите. Вот тут вот, который водил, чувак, он унес нахуй аж огонь вон туда куда-то, ебать, вон туда. Там ты должен водить, а там огонь за суфом пошел. Ну я водил, и как эти два огня буду нахуй водить, алё, нахуй. С другой стороны я веду. Ну вот я тут и водил, блядь, в чем проблема? Вот здесь я водил, я нахуй туда не уводил, я устарался, блядь, в одной кучке водить, нахуй, чтобы, блядь, его шарик потушил. А там, нахуй, до трусов аж увели, нахуя? Что, блядь, вот так вот он не водится, нахуй, вот так вот, блядь, не водится, да, нихуя не получается, блядь, да, нахуй? Давай по кругу растаскаем, похуй, чё. Подожди, стой, какой три, ебать, я вообще вначале, блядь, не стану. Вначале рейды еще. Маленький на меня не кинулся. Кстати, фласки перебивать, фласки качаются. ДД фласки можете попробовать. Неаккуратно. Во всяких там я не достаю. Что, удар скоро готовитесь. Бежали. Да, он его уже разъебали, слава. Как мин нету. Пять секунд. Бежали. Сосались, но не очень далеко, не очень далеко сбегайтесь. Тоже Серега вот. Чтоб вас можно было прохилить. Вот смотри, там нахуй за Аверном идет огонь. Авер дальше, убеги. Аверн не вообще не вижу, где он. На нахуй, ебать. Отойди, Аверн. Все мирики вообще сдохли, нахуй. Она вообще, она в мире что кинулась? Нет. Еще? Она далеко кинулась. Беги, малышка, беги! А почему она, кинулась, блядь? Почему она вся мири пачка? Я тебе говорю, вся мили пачка сдохла. Ну, а взрыва? Было, да? Взрыв. Ауба. А можно либать это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. Да так, взрыв
Лего деньги, друг. Ну, давайте, ребят, время же. Давайте ластрай делаем. Пробочек. Не, сейчас-то охуенно потушилось, видел? А при чем здесь депсик? У нас хороший ДПС. Не ДПС дело. В обычке это ГП уже будет. Ты сейчас в обычке хочешь или еще ХМ разок? Еще раз трай ХМ сделаем. Давайте как нормально трай сделайте, блядь. Не сдохните пол рейда, блядь. В начале второй фазы. Не ДПС делай, блядь. Блядь, делай то, чтобы, блядь, отыграть нахуй. Не сдохнет этот даун. Вы, блядь, еще разбегаетесь на второй фазе просто в ебанчице нахуй. Как вас прохируют, я не понимаю. Хлопу. На пункт даже маска намазал. Да, на себя. Я купил. Отсчет времени до самоуничтожения начал. Самоуничтожение области. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Школа, что это? Ну я тупо танк, мне похуй. Это же. Авен, горишь нахуй, прикинь. Он за Аверном хуярит, понял? Стали под огонь. Добили всего от Рускина. По первому фазу. Они на Руски, дайте. Подходим, подходим. В воде. Самоуничтожение области через 8 минут. Представляю вам противопехотную штурмовую пушку VX-001. Советую поискать укрытие. Кинул бомбу, пацаны. Беги отсюда, Миша, нахуй. Дай ман на обоим, который. Миша, похуй, Миша, говорю, беги, Миша, похуй. БР, иди, су, БР, Владимир. Дайте масса кровь, блядь. Беги, малышка, беги! Погни, не стоим. Стою кем. Говорю, пока не стоим, стоят.
привели, ебать. Ну ладно, хоть третью фазу пощупают, нахуй. Нет, привели. Это уже, Слав, прогресс-то на самом деле. А у космополита есть, но он из тела встал. Браво! А, выкинул тебя потом. Бомбу, 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 парня. Потому что вы сейчас разговариваете, а в этот момент уже трэш начинает бегать. Ну а чё момент? Мили трэш ебут нахуй, бомбы в оковы как я кидаю, только бомбу кто-то разъебать должен, но все забивают на неё нахуй. Ну типа, блядь, чё? Блядь, ЛПшки нахуй, ЛПшки нахуй. Давайте, ничего. Да нихуя, блядь. Чё там, нахуй? Это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй.